Вы смотрите новости 7 канала, и мы продолжаем выпуск. Полицейские проверяют мужчину, который насильно привел двоих детей к себе домой и заставил извиниться перед матерью. К правоохранителям обратились родители одного из детей. Сотрудники изъяли запись с камер видеонаблюдения, которая подтвердила их слова. На кадрах видно, как мужчина уводит детей со двора, как они заходят в лифт, при этом мальчики закрывают лица ладонями, якобы об этом их попросил мужчина, чтобы они не видели, куда именно он их ведет. Злоумышленник рассказал, что дети, катаясь на самокате, во дворе мешали его матери гулять с внучкой. И после того, как они извинились, он их отпустил. Мужчина себя виноватым не считает, он пока не задержан.